Скоро появятся таджики-валютчики. Подробности в этом видео. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Последнее мое видео было посвящено доллару или юань, что покупать. Дело в том, что сейчас у нас в связи с последними событиями покупка долларов совершенно закрыта полностью по официальным каналам. И он, конечно, котируется на бирже, но его нельзя вывести в наличные, то есть его никак нельзя купить. Кроме того, в банках тоже наличные доллары купить нельзя. Ну и, собственно говоря, а кому они нужны, вопрос. А нужны они людям, которые выезжают за границу, и далеко не все из этих людей имеют, ну, выезжают, скажем, в отеле, где все включено, где как-то еще можно прожить без долларов, то есть карточки российские за границей не принимаются, вот, и поэтому, ну, люди традиционно едут туда с наличными долларами. То есть те, кто выезжает за границу, таких все еще немало, вы будете удивлены, им нужны доллары наличные. А где их купить? Вот, их купить абсолютно сейчас негде официально, поэтому, ну, все уже прекрасно понимают, что возникнет неофициальный рынок валютный. И в прошлом видео я рассказал о том, что при покупке доллара, например, официально, что в банке, что у брокера берется 12% комиссия, то есть если официальный курс 83, то вы заплатите, ну, 93 рубля за доллар, а не 83. То есть 83 за доллар плюс еще, значит, 10 рублей комиссия будет за каждый доллар. Это очень много, и эта комиссия напрочь убивает, во-первых, интерес к покупке доллара на бирже. И, ну, если вы на бирже купите, то вы все равно его не выведете, поэтому возникнет два курса. То есть во всех странах, где есть ограничения, два курса как минимум есть. Есть официальный курс и есть курс, ну, как бы рыночный, неофициальный, который на рынке. Каким образом это происходит? Это происходит следующим образом. Ну, возле обменников дежурят, как правило, какие-то мальчики и продают эти самые наличные доллары, которые нельзя купить в банке. Ну, или где-то там через знакомых и так далее. Эта деятельность не вполне такая легальная. В общем, сказать, ну, в Советском Союзе за это вообще, значит, могли в тюрьму посадить, но никого не сажали уже в позднем Советском Союзе. И такие наличные доллары, менялы всякие, стояли. Могу сознаться, в том числе и я иногда грешил этим делом, на рынке покупал доллары, вот, и доллары ввозились в Россию тогда откуда? Из-за границы, когда появились там фарцовщики, я среди них был, то есть мы торговали на рынках сначала Югославии, потом Венгрия, Польша была, и мы там продавали наши вещи, в Венгрии были динары, вернее, в Венгрии были форинты, в Югославии динары были, мы их меняли на валюту соответствующую и ввозили эту валюту сюда, в Россию. Вот, самая главная история была, ну, остаться при этом в живых и с деньгами, потому что грабили там тоже нещадно, свои же, значит, там русские, там рэкет и так далее, все это было. Вот, сейчас все эти времена возвращаются, то есть, соответственно, если нельзя купить, с одной стороны, наличные доллары, а с другой стороны, наличные доллары, ну, требуются некоторым категориям граждан все еще, вот, и таких категорий граждан будет достаточно много, и возникнет, конечно же, черный валютный рынок, и на черном валютном рынке можно будет продать эти самые доллары. В чем фишка? В том, что на прошлое видео мне, значит, таджик один написал, что, значит, в Таджикистане, пожалуйста, можно купить доллары по 83 рубля за доллар. И, значит, ну вот оно, пожалуйста, идея таджикам. Едьте с рублями, с российскими, в Таджикистан. А там таджики ездят туда-назад очень оперативно. И они, у них очень, так сказать, ну, взаимодействие между собой тоже. В диаспоре есть, я это знаю. Вот, я общался с таджиками. И они регулярно ездят туда-обратно. И они, естественно, могут вывести какие-то суммы в рублях.
туда и там обменять доллары и ввести сюда доллары. Смотрите, если таджики имеют возможность купить доллары по 83 рубля, а едут они туда-обратно, ну, так сказать, там есть взаимодействие какое-то, то есть заодно взять эти деньги, то есть перемещение через границу, так сказать, им, ну, как бы они все равно едут сюда, то есть как бы бесплатно, то получается, что там 83 рубля, здесь можно продать. Ну, если официально курс 83 плюс 12%, то это 93, то, значит, где-то они по 100, 110, 120, я не знаю, какой будет черный курс на черном рынке. Сейчас пока, говорят, суммы доходят до 200, ну, так сказать, какой идиот их будет брать за 200 рублей. Вот, ну, а по 100, 120, в общем, сказать, многие хотят взять, да и я бы, собственно, взял. Вот, по 100, там, ну, до 120 рублей я еще как-то мог бы купить, потому что я тоже собираюсь как-то выезжать за границу. Вы знаете, что я собирался и, значит, посмотреть, как идет ситуация в Казахстане, значит, на китайские границы, так сказать, там, чтобы возить товары китайские сюда, в частности, ну, то есть посмотреть, как все это происходит, как все это организовано, и что-то свое такое организовать. Это не значит, что я буду челноком работать, это значит, что я организую поступление товаров сюда через внешнеэкономическую деятельность, и я собираюсь это сделать, ну, достаточно, ну, достаточно быстро перейти на большие масштабы и, ну, по крайней мере, полиграфическую продукцию я уж точно собираюсь оттуда таскать, и всякие запчасти и так далее, и так далее. Поэтому я ничуть не удивлюсь, если я окажусь через там год с небольшим, я бы сказал, в Китае где-нибудь. Вот, и буду организовывать оттуда вот доставку таких товаров. И, соответственно, для того, чтобы завести товары, естественно, из, ну, китайские товары, то мне нужны доллары, наверное, для того, чтобы туда поехать. Вот один из вариантов. То есть, смотрите, таджики имеют возможность купить по 83, завести сюда, продать здесь по 110, это значит, там очень хорошая прибыль. Если таджики соображают и будут считать, такие таджики есть, я вас уверяю, и они совершенно точно появятся. То есть там вы садитесь в такси, и таджик говорит: не хотите доллары наличные? Так сказать, такое будет точно совершенно, как во времена сухих законов там таксисты продавали водку. Сейчас будут таксисты продавать доллары наличные. А спрос на доллары, понятно, что есть. Значит, там возникнут совершенно точно совершенно устойчивые какие-то связи, каналы. Это все будет точно совершенно, если только Центробанк не разрешит снова покупку долларов в банке и не снизит вот эту совершенно жуткую комиссию. Они все это понимают в Центробанке, они прекрасно знают, что возникнет черный рынок. Здесь никаких вообще, не то что секретов, это экономический закон. Так будет просто. Вот, и вот вам идея, значит, господа таджики. Друзья, мы живем в эпоху, когда очень будут резкие перемены в нашей стране, в России. И я решил создать канал для тех, кто живет не в России, где-то далеко, для русскоговорящих и не только, о том, как живут люди в России, будут хроники российской жизни, буквально исторические кадры. Поэтому подпишитесь на мой новый канал и жду вас на нем. Будет много интересного. Я буду рассказывать о тех ценах, которые сейчас есть и которые, наверное, уже никогда не вернутся. О том, как одеваются люди, просто, так сказать, прогулки по странам, по городам, по улицам, по магазинам, на каких машинах ездят, как люди одеваются и прочее, прочее. Исходя из этого, вы сможете сделать какие-то выводы. Если удастся на какие-то исторические, какие-то важные места попасть, события, где происходят, ну, я тоже постараюсь там быть. Поэтому подпишитесь на мой новый канал. То есть таджики сейчас поднимутся на этих долларах, я вас уверяю. Вот, ну, кто-то, надеюсь, что это буду я, поднимется на внешнеэкономической деятельности, потому что возникает очень серьезный дефицит, и, значит, надо будет работать с этим делом. Я продолжаю интересоваться этим делом, что, как, где, куда. Вот, я тут выяснил смешную историю, что мне придется сбрить бороду.
для того, чтобы проехать в Китай. Вот, потому что я там почитал, ну, я не знаю, там на полном серьезе написано, что ограничения, значит, какие-то там, значит, там, короче говоря, на границе с Казахстаном есть свободная экономическая зона китайская, и туда можно, там, я так и не понял, виза нужна для этого китайская или нет, насколько я понял, что не нужна, но туда не пускают женщин, значит, в хиджабах, значит, с закрытым лицом, и мужчин с бородой. Китайцы. Вот такая история. Но, значит, что и почем там можно купить, я уже узнаю всякое, что, что и как, но, так сказать, там в основном какой-то ширпотреб и прочее, прочее. Я думаю, что, ну, я, меня интересует прежде всего, конечно же, ну, во-первых, телефоны, во-вторых, значит, там, ну, есть ограничения свои, там, по объемам, по весу, по цене, то есть, соответственно, для того, чтобы оптимизировать прибыль на единицу объема, нужно возить что-то очень-очень дорогое. А там говорят, так сказать, в основном тряпки какие-то, значит, там одежда и так далее. Ну, на этом, как бы, ну, там объемы нужны большие, соответствующие. Я не хочу в этих тряпках копаться. Вот, телефоны, всякая техника, микросхемы, возможно, запчасти для авиапромышленности. Это мое, потому что, ну, я технолог, я в этом разбираюсь, во-первых. Во-вторых, я имею опыт общения китайского. Ну, я уже отвлекся, немножечко опять Остапа понесло. То, что я хотел сказать про доллары, я сказал, поэтому лайк, подписка и до встречи. С вами был Деменков Юрий.